наше время, когда любой кафман хочет стать боцманом, лоцманом, но если повезет, гоцманом, все больше и больше становится актуальным другой вид на море, вид с пляжа. Но это слишком банально, поэтому мы посмотрим на море из порта. Порт, как бы, начало морских путешествий и, к несчастью или к счастью, их, этих путешествий завершение. Теперь на площади толпа и гомонит, и рукоплещет. Из дальних стран пришел корабль, его весь год ожидал. Крит восторг, и каждый лик, и с каждой зор восторгом блещет. Гремит салют, вздыхает раб, матросы сходят на причал. Дыхание славы ищи, и будоражит звон регалий. У них давно уже готов ошеломляющий рассказ, как не щадили живота и свято честь оберегали. И все прошли, и превзошли, и осознали лучше на-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 на. Я не утерплю, я побегу полюбоваться. Я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Ну сколько можно день и ночь с тобой рядом оставаться и любоваться день и ночь с тобой и больше ничего. Ведь мы двое в двух шагах, и шум толпы так ясно слышен. Я различаю шорох волн, я в небе пушечной пальты, а ты смеешься надо мной. Ты ешь варенье и спишь, и мне не верить ни на грош, и я не верю сам себе. Вот так идет за годом год, вокруг царит столпотворенье, и век за веком растворен в водовороте суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье, и на земле его никто не ест красивее, чем ты. Изгиб божественной руки всегда один и вечно новый, и в ложке ядко блестит, не донесенная до рта ни кровь, ни слезы, ни вино. Всего лишь только сок вишневый, и не уйду я от тебя, и никогда, и никогда. Для тех, кто не знает, автор песни Михаил Щербаков.